Околофутбол принято считать увлечением и образом жизни только молодежи. Но так ли это? Сегодня нашим героем будет человек, который был в гуще околофутбольных событий с момента появления данной субкультуры в нашей стране. Долгие годы околофутбол был и остается частью его жизни. Что дал ему этот образ жизни? Или, может, наоборот, лишил? Все это в сегодняшней серии. Начинал в подвале, у нас в Мытищах клуб бокса имени заслуженного мастера спорта Игоря Высоцкого. А до этого в этом помещении находился спортивный клуб «Спартак». И жил напротив, куда дорога, только туда. Это недолго длилось, максимум полгода. Пару боев, звездная болезнь. Здравствуй, футбол. Первое впечатление, конечно, о футболе было прям, оно реально так. Лужники, много света, зеленое поле, крики, прям, вот так вот. Я тренировался не для соревнований. Я выходил в ринг, и у меня такой уверенности особо-то и не было. На других соревнованиях, около футбольных. Там чувствовал себя уверенным, скажем, боем. Глядя на все то, что здесь вымпелы, ромбы, на мою татуировку, «Спартак» написано. То есть некоторые даже еще и спрашивают, за кого болеете. Но я никого не агитирую, ни в какие группировки. По крайней мере, то есть они будут знать, что и в «Спартаке» есть положительные джентльмены. Ну, электричку надо было вот это дождаться, постоять там полчасика, и нас бы кони накрыли. Как раз так одну электричку пропускаешь, на другой тебя неожиданно накрывает. Ты же знаешь, где кони живут, там, в Пушкино они, или какие, щелковские кони, александровские, и вычисляешь их электричку. Ну, обычно все в последних вагонах ездят, никого нету, засели, и трэш-мясо, да, началось. Все, касаемо вот накрылых, да, вот здесь вот Яузу проехали, здесь... Дубасили нас от Москвы 3 до Яузы. Провожали парней в Чехословакии на матч со Спартой. Вот. Тогда тоже кони подъехали. Вот. Да, по башке бутылку получил. Ну ничего, так она разбилась без последствий. Потом дерби с ЦСКА был на Динамо летом. Камнепад, там палки, тоже там стремновато было. В Танинке была драка, вот одна, так сказать, из забивных. Работал на почте, в страховом отделе, принимал посылки. Вот. Время обеда, сказал, сейчас приду, скоро скажу дома победа. Раз, быстро в Танинку, встречаемся, деремся, разбегаемся. Молодцы, конь, да, не испугались, вышли, подрались. Ребра были поломаны, но сотрясение мозга. Чаще бывало, что вот, в электричку все на платформах происходило. Но это до 90-х. После армии пришел в 92-м, приехал в Лосиноостровскую по старой доброй традиции за 2 часа на матч, и пусто, никого нет. Я прям даже не понял. Ну, не поехал на футбол. Сейчас вот мы все сели здесь, да, приехали, а тут раз нас встречают уже, например. Один из законов жизни – сильные притягивают сильных. В нашей истории это вылилось в сотрудничество нашего героя с уникальным в своем роде изданием. Презентация журнала «Околоспорт», вышел очередной выпуск. Нас все связывает с этим журналом теплые дружеские отношения. Вот. И ребята двигаются в том направлении, в каком надо. Настоящее мужское начало – тестостерон. То, что наш герой обрел в околофутболе, несет через всю свою жизнь и прививает окружающим. Коль, какие главные качества мужчины в современной жизни? Макс, ты мне скажи, ты зачем в секцию бокса пришел? Чтобы быть более
Физическое восприятие. Ну так вот помню, когда вот на дельту собираешься, прям реально как на такую, какое-то побоище, потому что представить прям всего прям так вот. Наверное, тройка, четверка, пятерка парней такие же заряженных. А сейчас что-то, ну, наверное, может быть, этого тестостерона не хватает.